Тем временем поисковики Коми отправились на весеннюю вахту памяти. Республиканский поисковый отряд «Северная звезда» будет работать в Подорском районе Новгородской области. Искать и поднимать останки советских солдат, павших в годы Великой Отечественной войны. Об этом на своей странице в Телеграм сообщил глава Коми Владимир Уйба. Весной 2023 года в поисковых экспедициях в Смоленской, Новгородской областях и Республике Беларусь будут работать 6 отрядов из республики. Искренне благодарю поисковиков за их работу. Очень важно сегодня говорить о подвиге и героизме нашего народа в годы Великой Отечественной войны, о его силе духа. Важно сохранять у родных, которые ждут весточек о судьбах пропавших без вести солдат, веру в то, что возможно установить военную судьбу и узнать, где покоится родной человек. Желаю ребятам удачи в поиске, хорошей погоды и здоровья. Спасибо за память. Для поисковиков этот сезон особенный. Наше поисковое движение отмечает 20-летие. Первый отряд «Северная звезда» был создан в феврале 2003 года. В ноябре появился отряд «Наследие». Сегодня в Коми 13 поисковых отрядов. Они объединяют школьников, студентов и взрослых. Помимо работы в полевых экспедициях на места боев Великой Отечественной войны, поисковики проводят большую работу по патриотическому воспитанию в республике. Организуют выставку находок и встречи в учебных заведениях, рассказывают о войне, ее героях, о поиске. Помогают они и в поиске, и установлении фронтовых судеб участников Великой Отечественной войны. Участвуют в доставке и церемониях захоронения останков уроженцев Коми края, павших в годы войны на малой родине.